Александр работает в газете «Одинцовская неделя» уже 15 лет. За его плечами не одна сотня мероприятий, о которых он рассказал на страницах еженедельника. Свое вдохновение находит в жителях округа, событиях и, конечно же, любимом коллективе. В этом году вместе со своими коллегами он отмечает 20-летие издания. Коллектив у нас очень замечательный такой, добрый, какой-то вот такой вот понимающий, у нас очень взаимопомощь как-то вот развита. Мы много путешествуем прямо коллективом, садимся в несколько машин и путешествуем по городам Золотого кольца. Нина Дьячкова начинала свой творческий путь в 2005 году с работы корреспондентом. На данный момент она знает все тонкости процесса создания газеты и его особенности. В этот раз вместе с остальными сотрудниками приступила к созданию уже 1015 номера. Выходит газета, основная часть, на 24 полосах. Также мы выпускаем приложение к газете до 16 полос, от 4 до 16 полос, в зависимости от объема информации. Вот уже 20 лет газета радует своих читателей свежими материалами, красивым оформлением и новыми рубриками. За всем этим стоит большая и ответственная работа всего коллектива, начиная от выездов корреспондентов на мероприятия и заканчивая печатью в типографии. Процесс создания ни на секунду не прекращается. Мы тоже стараемся не сдавать позиции, держать свой уровень и стремиться, соответственно, к 30-летию, к 40-летию, к новым высотам. «Одинцовская неделя» выходит еженедельно по пятницам и попадает в каждый уголок округа, чтобы с утренней чашкой кофе жители смогли прочитать свежий номер газеты. Подробнее о пути создания главного печатного СМИ Одинцовского округа и его изменениях за 20 лет вы узнаете в нашей программе «Специальный репортаж». Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».